В декабре прошлого года NEM Ventures изучил STO-компанию стартапа Solar Energy. Это международный проект зеленой электростанции, основанный на блокчейне. Его разворачивают на платформе NEM. NEM Ventures – это юридическое подразделение. Оно оформляет все проекты внутри NEM и создает механизм для инвестиций. STO – это более серьезная и дальнейшая логичная альтернатива ICO. Это предложение токенизированной ценной бумаги на блокчейне. То, что, вероятнее всего, должны принять регуляторы по всему миру. NEM Ventures использовал опыт разработки и организации STO Solar Energy и передал его центральной европейской ячейке NEM, Tech-бюро, давним партнерам NEM из Японии, финтех-аналитикам Techemi Capital и основному ядру разработчиков NEM. Совместно компании спроектировали Verified Token Framework – базовый набор обязательных функций блокчейн-стартапа для проведения STO. Первая версия будущей структуры функционала с базовыми требованиями к токенизированным ценным бумагам выпускается в преддверии Катапульт. Она позволит запускать в обновленном блокчейне NEM цепочки блоков, совместимые с условиями проведения STO. Verified Token Framework пропишет базовый набор предустановок и функций для выпуска security токенов. Разработчики нацелены на первую версию публичного релиза Катапульт, который назначен на второй квартал 2019 года. Так, NEM станет первой цепочкой блоков, отдельной от Ethereum, обладающей возможностями самостоятельных STO. Опыт регулирования инвестиций в IT не обойдет стороной распределенные реестры. Ныне STO фактически обладает необходимыми требованиями для проведения легальных и подотчетных кампаний, со столь значимой для государственных рыночных комиссаров защитой инвесторов. Структура Verified Token Framework вводит те самые стандарты и процедуры, которые позволят эмитентам security токенов обеспечивать инвесторам юридическую безопасность. В свою очередь, security токены становятся традиционными ценными бумагами, перенесенными в цифровое блокчейн-пространство. В том числе это физические активы, доходные акции и прочие токенизированные финансовые продукты. STO решает проблему утилитарных токенов ICO, представленных как товар, но взамен требует обязательной регистрации у регулятора. Вероятно, после принятия блокчейн на уровне государств, токенизированные ценные бумаги, если не заменят традиционные финансовые коммуникации, то станут мощной опорой будущих финансовых продуктов. Емкость рынка security токенов оценивается в 500 триллионов долларов. В прошлом году в новый класс активов инвесторы вложили более полумиллиарда долларов. Решение разработки Verified Token Framework – это тактическое решение, готовящее для NEM Catapult мощную нормативно-правовую базу будущих блокчейн-коммуникаций.